Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, слушаем трек «17». Поехали, друзья! Ребята, я не могу не остановить. Какой милый мальчик, какой милый мальчик, как он красиво, нежно поет, ребятки. Вот большую роль играет начало трека, ребятки. Вот я смотрю, мне уже вот понравилось, значит, я жду очень огромного, очень красивого впечатления, да, ребятки. Мне нравится, мне сейчас уже нравится. Природа, ребятки, клип красивый. Очень талантливый молодой человек, очень талантливый, очень красиво поет, нежно, голос очень красивый, музыка классная, клип красивый, лицо миленький такой. Очень нравится, ребятки, очень. Ребята, мне очень понравился трек, ребята. Очень понравился молодой человек. Как он двигался, как он пел, какая музыка. Знаете, красивый клип очень, природа. Современно одет, ребятки. Современный стиль в квартире, в его комнате. Вот все продумано, ребятки. Очень современный. Как, знаете, даже можно сказать, как фильм маленький. Все красиво. Лицо очень симпатичное, голос прям шикарненький, такой нежный. Ребята, очень понравилось. Вот прям, знаете, с удовольствием слушала. Наслаждалась, друзья. Умница, умница. Продолжай в таком же духе. Ты талант. Пока, друзья. Друзья, привет. Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, слушаем трек «Интикс». Так, ребятки, начало интересное. Интересно, ребятки. Такая музыка, да, знаете, какая? Что ты ожидаешь? Разворачивание событий. Разворачивание музыки. Что будет дальше? Мне интересно. Это начало, ребятки. Голос хорошенький. Хорошенький. Молодец. Давайте дальше слушать. Лучше в своем деле, но не выделяли, не вы.
красивая, мне нравится музыка, такая ритмичная такая. Вот ритмичная. Чук-чук-чук-тух, чук-чук-тух. Ритмичная музыка, красивая, современная, ребятки, музыка. Хорошая музыка, нравится мне. Мне голос очень нравится, ребятки. Так он хорошо поет. Нравится, ребятки, очень. Знаете, он так поет спокойно. Спокойно, так размеренно поет. Молодец. Видите? Очень понравилась музыка, такая ритмичная, так танцевать под нее хорошо, двигаться, спокойно двигаться, как будто релакс, прям релаксировать можно, ребятки. Молодец, музыка шикарная, голосочек, ребятки, мне очень понравился, такой нежный голосочек, ребятки, мне понравилось, друзья. Продолжаем дальше. Съебался в тумане, ты бы читал, он что заебало. Тебя бы съебали и тебя проткаркали. Пан туманом съебался в тумане, ты бы читал, он что заебало. Тебя бы съебали и тебя проткаркали. Всем было что клоун, лучше иди в МС и покажи там свою фору. Ты типа крутой, называй меня здесь босс. Я курю так много, что задымил твою квартиру. Но если ты платишь, я могу позвать тебе тигра. Сожрёт даже какой-то чёрт. Так, друзья, что скажу? Ну, у тебя голос хороший, ты мне нравишься. Вот честно скажу, ты мне очень нравишься. Такой голосочек у тебя нежный, хороший. Давай-ка немножко другой текст. Ты же талантливый. Вот первый трек-то очень красивый. Как ты красиво пел, какие слова красивые. Понимаешь, слушала, я прям любовалась тобой. Ай, что такое, ты почему там такие плохие слова писал? Давай-ка хорошие слова. Свой талант, плохое русло не надо вести. Давай все, что было красивые слова, все, что было нежно, ласково, современно. У тебя музыка прекрасная, ты талантливый, голос у тебя красивый. Мне очень понравился твой голос. Как ты исполняешь, понравился. Но давай слова менять. Пока, мои хорошенькие.